Ничего, сразу, вот просто буквально через секунду я включила. Вот тут, пожалуйста, видите, посмотрите на... Ну так, интересно, что у них тут. Там есть кабачок, я вижу. О, тыква, видите, оранжевая. Как этот, господи, орт, он по-итальянски, как он называется по-русски-то? Огород. Видите, какая кривая гора, да, тоже? Тут пока солнца нет, видите? Гора это... А вот там вообще просто... Ну, просто вообще, да? Ну, уникальное, уникальное творение, ребятушки. Уникальное. Так оно вот только с этой стороны, оно там идет вообще вниз. Просто ой-ой-ой. Но видите, хорошо, что я сделала, ребята, пришлось сделать этот вонючий тест, чтобы зайти в это Кастелло. Ну, знаете, приехать сюда на уникальные съемки. Вот наши трамвайные пути, видите, так называемые. Вот арка вот туда, да, видите? Зачем? Да, кстати, там еще маленькие, да, вот. На этом мы уже сняли. Непроводные. Понимаете? Тут проводная. Ой, блин, как руки стынут. Тут наши стены. Батюшки, это вообще просто... Посмотрите, какая стена. Посмотрите, какой мост. Офигеть. Посмотрите, какой вырос нос такой, да? Смотрите, нос. Натуральный нос, видите? Просто. И вот, посмотрите, вот опять начинает тянуть телефон. А еще не над водой. Не совсем над водой. Вот. Вода там, а вот здесь у меня телефон. Ребята, это вообще что? Это просто... Ой, какие арки. И там обычно, как обычно наши, это, видите, смотрите, уже как Маркио, да, вот как Марка, видите, как фирма. Уже на порт Сан-Мартен было такое, на мосту Сан-Мартен. Вот, посмотрите, сколько дырочек тут. Маленьких. Тут вон отверстие внизу тоже, которое мы тоже там видели, Понт Сан-Мартен. Вот эти отверстия такие квадратные, не маленькие. Ой, это вообще просто шикардос. Нереально что-то, нереально, ребятушки. Но эти арки, вы смотрите, как тут квадраты эти, да, поддерживаешь. Эти арки лучше все-таки, наверное, и скоб нет, смотрите, да? Абсолютно. Пока ни одной скобы не вижу. Вау, 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 что еще могу сказать? Главное, классно, никого нет. Тут, посмотрите, как типа кирпичи, да? Только из серого камня. Да, можно еще до этого старого здания дойти. Ребята, если вот не автобусы, мне вообще кажется, что я одна тут хожу. Посмотрите, что здесь. Ну это просто вообще неимоверно. Смотрите, там внизу все стена. Смотрите. Арки наши. Это небось тоже типа гидроэлектростанция, что ли? Наша арка внизу, видите? Туннельчик. Такая огромная стена до реки, да? Просто. И вот этот костелушка начинает освещать, ребятушки. Я его буду фотографировать вообще в разных световых направлениях. Потому что это просто с трубы снимем. Стена вообще. Просто что-то не с чем-то, понимаете? Это штука, да? Тоже арка ведь вообще, посмотрите.
И видите, как она, да? Посмотрите, как она заворачивает. Прямо, можно сказать, под 90 градусов делает волну. Она меня просто манит, манит. Ребятушки, ну что поделать. Красавчик, красавчик, ничего не скажешь. Ой, 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 ребята, ой, ой. Сейчас заглянем туда. Ой, ну какой это тут тоже, посмотрите, да? Вот эта штука, да, кстати. И это вот опять нос, да, видите? Это вообще просто. Посмотрите, какой свет. А? Да. Нет слов, ребятушки, нет слов. Вот посмотрите, да, дом такой, да, и на ней вот такая штучка. Вот, вот. Нормально тоже. Это как на мосту вот на этом. То же самое. И всегда, как вы заметите, около вот этих строений, вот этих странных, типа стен, там, мостов. О, сейчас у меня уже, кстати, руки у меня привыкли. Знаете, это все время вот эти вот такие кривушки дома странно непонятные. Вот там уже люди подъезжают. Кстати, я вижу. Ну, ничего. И смотрите, вот эта дорога, видите, и там вот этот туннель. По-моему, я так понимаю. Наш. Точно не могу сказать. Куда поезд заходит. Но вполне возможно. Посмотрим потом, какие лучше фотографии. У меня 100 фотографий сделать вот этой фигни. Вот. Потом выяснить, какая лучше. Ну, это вообще просто... Я в раю. В раю. Уже это круче, чем Понт-Сан-Мартен, ребятушки. Круче. Я вот считаю, что круче. Не знаю, как вы... Скажите свое мнение. Вот смотрите, здесь ходить нельзя, видите? А раньше можно было. Понт-де-Барт. Видите, написано Понт-де-Барт. Ой, 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 ребятушки, в 1272 году его закончили. Прям знают точно, да, да, дату даже, да. Дату вообще окончания. Кстати. А, окей, вот туда мне надо идти, чтобы попасть в этот... Я не поняла просто. Можно было бы сходить. У меня еще время есть. Я только не вижу ни одного бара. И зеленый свет не включается. О, наши эти, пожалуйста, какие огромные-то, кстати. И тут маленькая... А, нет. Только огромные скобы. Вот. Видите, и тут тоже. Вот, видите. Так, зеленый когда-нибудь включится, или я должна сама где-нибудь нажимать? А, давайте. Нажмем. Да. О! Мне включили. Милли-Барт. Вот видите, какой он. Кстати, какой он огромный, ребятушки. Вот, посмотрите, сколько там ходить. Посмотрите. Видите? Я вот здесь, я так понимаю, где-то нахожусь. Вообще ужас. Да. Удивительное. А, я хотела же арку посмотреть. Но эту арку, наверное, я уже буду смотреть рядышком с другой стороны. Тут уже просто очень много машин едет. И эту арку... Хрен ты посмотришь, тут машин полно, видите? Видите? Подождите, сейчас я быстренько перейду в другую сторону и сниму вам арки. Вот, посмотрите, видите, какие они огромные, кстати.
огроменные. Смотрите, просто супер огромные. Ладно, все, переходим на другую сторону. Кафе, видите, было когда-то тут. Ну, или, может быть, оно есть, но уже в это время уже... О, дяденька какой-то на драндулете будет сейчас заезжать. Стены наши, видите, все стены. Все, видите, гротах сделано. Кстати, в нашем стиле линии, это, кстати, даже в таких стенах, кстати, да? Даже в таких стенах. Жалко, что мне не на улице что-то взять. Видите? Вы знаете, мне видно, вот, что они идут как этой, нашими линиями. Акустика здесь, конечно, ребятушки. Смотрите, там тоже как в дворах, видите? Просто как будто раскопки, да, это не дом. Знаете? Так пусто вообще, пусто, пусто. Видите, да? Пар идет у меня, ребята, пар. Кстати, дверь такая, да? Вот. Не смогли, видите, даже делать так, чтобы вот эту снять штуку, да? Не смогли. Вот так заходи, нагнувшись. И вот опять, видите, кстати, ванна. Кстати, в горах вот часто, очень часто я вижу вот эти вот ванны. Вот эта труба это, и туда течет вода. Ну просто, вот есть даже просто в горах, даже нет никакого вот, даже нет никакого вообще, ну, городка, ничего, ни поселения. Вот стоит, вот это я видела, например, Валькьявенна, это где Сондрио там. То же самое, вот просто пасутся коровы, там идешь, гуляешь, и вот такая стоит, ни с того, ни с сего, ванна вот такая огромная из гранита. Так что это тоже как-то важно, в горах это важно. Посмотрите, здесь арочки наши, явно стена с арочками, с маленькими, видите? Явно. Но, посмотрите, посмотрите там. И, кстати, наша колонна. Это наша колонна, да? Там тоже, кстати, арка. И там арка, видите? Прикрыли, чтобы туда никто не ходил. Вот так вот, вот труба, кстати, какая, да? Огромная. Там вообще уже никто давно ничего не это, потому что там даже растения, видите? Вот. Ну, посмотрите, какой свет. Ой, ой. Вот наша труба роста, пожалуйста. Ой, есть запах такой, знаете, как будто сауна, ребята. Вот покажу вам, что на крыше лежит. Ой, топят, что ли, вот это... Топят квартирки, ребята, так классно вообще. Цветочки сфотографирую. Цветочкам это вообще пофиг, что ли, все, я не понимаю. Холод, не холод, вообще посрать. Это вообще что, да, кстати, что это? Данте. Вот опять же, кстати, к вопросу об аде, видите, смерть. Вот опять же, видите, какое жутко, да? Данте Нельборг, вот, пожалуйста. Нет, развели они этот... Развели истерику. Это вообще стыдуха, просто стыдуха. Люди просто не разбираются. Или просто вот, ну, или разбираются, но специально это, значит. Специально истерику нагоняют на людей других. Господи, Данте, Инферно там. Насчет Молоха тоже. Я тоже верила, что Молох там был. Но, ребятушки, никакого Молоха там не было. Я была сама лично в Колизее. И в Ватикане в этом году. И уж Молоха бы я заметила бы. Вот. Я тоже в это верила, что он там стоял, его привезли. Ну, как бы... Может быть, он стоял там 2 дня. Вот. Видите, какие балконы? Вот арки вниз уходят, видите? Кстати. Потому что это стена. Это мы на стене идем. А это арки от стены другой, как бы вниз уже идет другой уровень.
Вот дяденька с курткой. Но еще ни одного бара я не нашла. Вот, туда что-то. А, видите, кабинки, классно. На кабинках туда можно заезжать. Но ни одного бара я не встретила, ребятушки. Можете представить? Вообще. Да, пять, смотрите. Да, смотрите, пять. Типа саркофага. А, и опять, видите, разделенный. Куда-то еще хотят меня загнать. Типа, если хочешь кофе попить, вот иди туда. Дедушки, ну что? Надо было туда идти, видите? Центр вот там, видите? А тут еще пока ничего нету. Все закрыто, блин. Блин. Смотрите, ступенчатая стена, кстати. Я посмотрю, сколько у меня еще времени. И схожу тогда. Видите, ступеньки, да? Ступенчатая стена, да? Тут. Гора со штырями. Думаю, что когда держать будет, да? Гору. Вот там этот мост Сарочный. Сейчас отсюда плохо видно. Я думаю, что это будет хорошо видно сверху. И он еще так, видите, по диагонали стоит, ребятушки. Так, ну ладно, я сейчас хочу понять, блин, есть ли тут бар. А бар вот там, блин. Вот он, там, где церковь, блин. Хотела же я туда пойти. О, поезд, видите, поезд пришел. Точно, значит, это тот туннель, который я и думала. Ну ладно, ребятушки. Я тогда пока отключусь и найду себе возможность выпить кофе, блин. Пока-пока.